качаются кусты жасмина, мальчишка прыгает на рассвет. И сквозь град тот синий-синий, и голубом над крышами сел. Видатний композитор, автор пісенних хітів Володимир Бистряков та співачка Ольга Бистрякова завітали до Харкова. Гостей гостинно зустрічав єврейський культурний центр «Бейт Дан». Цей візит для артистів – не тільки творча зустріч з глядачами, а й перше знайомство харків'ян із театром пісні, який робить перші кроки у нашому місті. До речі, народився він завдяки дітям і заради них. Предложили при Киевском центре позашкольной освіти организовать школу театр песни Ольги Владимира Быстряковых. И мы на это с радостью пошли, потому что очень интересно с детьми вот что-то вылепить из детей, а тем более вот смотришь, иногда приходят дети, которые, так сказать, вот немножечко, так сказать, не чураются общества или что-то, вот какие-то комплексы, допустим, есть что-то, капризность какая-то. И вы знаете, в процессе учебы мы вдруг стали наблюдать, как все это уходит. Уходит, у них появляется чувство коллективизма, у них появляется тяга к творчеству, вот они что-то сами себе предлагают, понимаете, вот эти вот качества, это, я считаю, даже важнее, чем то, что, допустим, ребенок научится петь. Потому что даже если он не станет в будущем профессиональным певцом, вокалистом, он эти качества свои сможет, так сказать, использовать, если он в бизнесе будет, например, при общении с людьми, допустим, или там будет где-то в преподавательской деятельности. То есть вот именно формирование личности ребенка для нас это тема номер один. Пісня і музика – ось головні інструменти, якими чаклують над душами людей Ольга та Володимир Бистрякови. Через свою творчість вони дарують добро, натхнення і віру в себе. Відтепер і в Харкові малеча, яка мріє навчитися створювати музику, професійно співати і впевнено почуватись на сцені, зможе повчитися у справжнього метра українського шоу-бізнесу. Артисти навіть створили власну методику виховання і навчання маленьких зірочок естради. Про Олю говорять, що вона навіть может научить табуретки петь. Это действительно так. Приходят иногда люди совершенно без голоса, без слуха, а через какое-то время вдруг они начинают петь. Я даже сам не понимаю, каким образом. Потому что она показывает, как правильно ставить голос. Вот она правильно ставит голос, куда направлять звук. Это же все, так сказать, наука. Есть вещи, в которых я силен, допустим. Это в образных каких-то делах, допустим, в ролевых. Да? А вот в части техническом, это, конечно, Ольга. И она нашла свою методику. Вот. И я думаю, что мы эту методику сейчас предложим, так сказать, и харьковчанам. Вот вчера пришло достаточно много детей в этот Бейт Дан, которые хотели бы, так сказать, у нас заниматься. И мы их, так сказать, вот размяли, показали, что к чему. Есть очень дети продвинутые, есть дети менее продвинутые. Ну, так это хороший стимул для того, чтобы их научить, понимаете? А есть просто готовые актеры. Несмотря на то, что, так сказать, они маленькие, но уже показывают какие-то образцы, так сказать, очень хорошее, зрелого искусства, так говорить. С такими тоже интересно заниматься. И таких мы будем шлифовать, а маленьких будем учить, так сказать, чему-то. Вот такие совсем крохотные приходят, но зато глаз горит уже хочет петь. Так что мы будем сюда ездить достаточно часто. Вот у нас здесь будут педагоги, которые живут в Харькове. Володимира Бистрякова знають як автора пісень до не одного десятка кінофільмів та мультфільмів. Він зізнався, дуже любить працювати з дітьми, створювати для них композиції і у будь-якому дорослому може розбудити дитину. До речі, дуже добре йому це вдалося на творчому вечорі, де дитячі пісеньки композитору залюбки підспівувала навіть поважна доросла публіка. Давай хоча б раз, як хочеться щінки, каї, давайте ві нас, щінки ученики, каря щінки приходять в клас, то їм не до забав. Учитель вчитає раз, учитель вчитає раз, учитель вчитає раз і всі ответ! Єврейський культурний центр «Бейт Дан» – це не тільки місце зустрічей з талановитими людьми. Це ще й потужний освітній осередок, де можна краще пізнати культуру та звичаї ізраїльтян. По завершенню творчого вечора гостей запросили на модельний седер Песах, який традиційно проводиться в Байдані. Викладачі центру навчали, як має проходити за багатовіковими традиціями єврейського народу седер – вечірня трапеза першого дня Песаха – єврейської Пасхи. У нас на столі є кіара. Традиционное блюдо пасхальное с символами праздника. У нас на нем есть горькая зелень, которая напоминает нам о тяжести рабства. У нас есть продукты, которые напоминают нам о
пасхальной жертве. И вот это вот агада, где сказано, что зачем нужно делать. Когда мы омываем руки, когда мы кушаем один овощ, когда мы кушаем другую еду. Все это делается в определенном порядке, и на каждой фазе объясняется, зачем мы делаем каждый элемент.